Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, меня зовут Юлиана. Эти признаки показывают, что у вашего собеседника плохая энергетика. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Несмотря на то, что сегодня каждый слышал об энергетических вампирах, по-прежнему остается немало вопросов, а как вычислить человека с темной энергетикой? На самом деле существует несколько типов людей с негативной энергетикой. Обычно к таким относят энергетических вампиров, манипуляторов и просто токсичных людей, которые подрывают веру в себя у тех, с кем общаются. Проблема заключается в том, что многие люди не осознают, насколько губительным для них же самих может быть общение с любым из этих типов. Было установлено, что длительный контакт с такими людьми приводит к плохому самочувствию, снижению самооценки, головным болям, болезням и утрате позитивного взгляда на мир. Из-за чего начинаются проблемы в учебе, работе, в личных отношениях. Жизнь человека, пребывающего рядом с негативными людьми, начинает медленно, но верно катиться в пропасть. Даже если изначально это не выглядит так трагично, если не выявить негативистов и вовремя не сократить общение с ними, последствия будут самыми удручающими. А чтобы суметь точно и четко определять людей с плохой энергетикой и вовремя дистанцироваться от них, важно знать самые основные признаки. А признаки идут такие. Первое. Доверяйте своему дискомфорту. Даже самый нечувствительный человек сумеет почувствовать отрицательные вибрации нового собеседника. Именно в самом начале общения легче всего почувствовать энергетику негативного человека. Если при первом разговоре вы ощущаете, что что-то не так, то это и есть самый очевидный признак. Доверяйте своему дискомфорту, не игнорируйте сигналы шестого чувства. Второе. Сплетни. Вторым признаком токсичного человека является его желание сплетничать и желание увлечь вас в эти обсуждения. Речь не идет о легком разговоре про общего знакомого на работе. Скорее про то, когда 50-80% разговоров человека строится на осуждении других людей, выявлении их недостатков, негативных обсуждениях и неприкрытой зависти кому-либо. Благополучных и внутренне счастливых людей не интересует такого рода информация. Третье. Негативные эмоции. Очень важный признак, который указывает, что ваш знакомый или близкий человек обладает темной энергетикой. Негативные эмоции к нему на расстоянии. Представьте поочередно тех, с кем вы общаетесь. Вероятно, чей-то образ вызовет у вас приятные воспоминания, а чей-то заставит напрячься. О ком-то вам приятно думать, с этим человеком хочется скорее увидеться, а о другом не хочется ни думать, ни встречаться. Это третий важный сигнал, говорящий о темной энергетике данного человека. Попробуйте проанализировать свое окружение на выявление негативных тяжелых людей. Кроме того, всегда держите в голове данные признаки, чтобы не попасть в ловушку нового знакомого. Помните, что вам не обязательно сразу же разрывать общение с такими людьми, но как минимум нужно сократить общение с ними и не делиться личной информацией. Ну а чтобы защититься от таких людей, всегда в кармане носите маленький мешочек соли. Он будет впитывать весь негатив, который не будет на вас влиять.